Всем приветики! С вами Милис. И мы продолжаем играть Slime Rancher 2. Так что, если хочешь продолжение, не забудь поставить свой царский лайкосик и нажать на колокольчик. Все, надевай наушники и поехали! Так, я вернулась в эту местность. В итоге я еще у нас на нашей оранжерее сделала всякие улучшения. Открыла, кстати, новую зону, чтобы вы знали. Вот, я разблокировала вот эту местность, вот этот сад радужный, как он называется. Так что мы идем снова за новыми слаймами, побольше их насобираем и будем выводить новые виды. Кстати, вот это всякие статуи, их можно приносить домой. И вот так вот ставить для красоты, короче. А их уже, получается, настакало две штучки. Вот такие вот дела. Так, я вот хотела бы сейчас полазить по всем вот этим штукам. Вон сколько здесь всего. И вот тут, не, вот туда вот хочу, там что-то синенькое, вот туда хочу. Ага, это лук, хорошо. Так, куда мы можем пойти? Мы можем пойти в скалистую местность. А, по идее. Сейчас что-то мы сможем потом новое создать. Янтарный кипарис. Отличненько. Так, вот это мы соберем. Пусть будет у нас. Отличненько. Так. Это пещера? Это пещера! Потрясающе, замечательно, спасибо, хорошо, отлично упали. Ладно, хотя бы прочтем, что от нас хотят. Ох, сколько со всеми надо пообщаться. Беатрикс, мне нужно кое-что рассказать тебе о том ИИ. Как я говорил, мы с ним обменивались вопросами, ну и со временем отвечали все быстрее и непринужденнее. Почти как в естественном разговоре. Я решил, что ИИ просто учился и адаптировался к моему стилю общения, но внезапно произошло кое-что. В общем, пока говорили, мы начали играть в Го. Так я мог и дальше тестировать его интеллект, а он наверняка как-нибудь и мой. Иногда эти три игры длились до самой ночи, как и наши разговоры, которые звучали все более и более естественно. Хотя я знал, что говорил с существом, состоящим лишь из сложного набора кодов. И вот однажды на рассвете мой собеседник предложил сыграть еще одну партию. Я сказал, конечно, но сначала сделаю себе чашечку кофе, чтобы не заснуть. И он ответил, я тоже. Я просто уставился на экран, не зная, как отреагировать. И вдруг, будто поняв, что сейчас натворил, он отключился. С тех пор я больше ничего не получала от них. Но очень надеюсь. А пока я буду ждать и займусь себя работой, как обычно. Продолжу задавать все те же вопросы без ответов. Рядом с доской для Го, готовая к новой партии. Вдруг когда-нибудь там что-то получится. До свидания, Беатрикс. Так, хорошо, с остальными мы пообщаемся позже чуть-чуть. Слишком много текста будет. Я, короче, полетела снова туда же. Так что подключусь к вам, когда уже окажусь в тех краях далеких. Так, ребятушки, я случайно попала в пещеру, просто заглянув между камушками. Эх! Не трогайте их, не трогайте! Не трогай, я сказала, не трогай! Я не знаю, как с ними сражаться. У меня нет воды. Я знаю, что они, кажется, боятся воды. Вот. Вот туда их надо скинуть. Сюда иди. Иди сюда. Вот туда. И ты вот туда. Давай. Все. Я вас смогу победить. Сюда иди. Пока-пока. Все, отличненько. Я от них избавилась. Так, здесь я видела каких-то красивых. Плорт, нетопырька. Вау, здесь какой-то, короче, нетопырька. А их тут дохренашечки, их тут дохренашечки. На самом-то деле.
А я с ними не справлюсь всеми. Ладно, идем пока дальше. Надо, чтобы они восстановились все. Вот эти. О, вот. Вот этого у меня нету мышонка. Вот он водяной. Удильщик слайм. Как красиво. Дай-ка посмотрю. Поближе. А это что такое? Это какая-то дверь странная. Какая-то странная дверь. Так, плорты я собирать не буду. У нас слотов иначе не хватит для этого. О, туда запрыгнуть, видимо. Для этого оно создано. О. Так, хорошо. Ага, хорошо. Здесь надо что-то сделать. Несколько видов. Возможно, надо закинуть плортов. Я поняла, я поняла. Так, цыпленка уберите, пожалуйста, от меня. Давай вот сюда этот порт закинем. А где он? А куда он делся? Нет, они разные все. Есть какая-то загадка. Я не пойму, что это за загадочка. Вот туда. А! Нет, не достаю. Ладно. Ладно. Пойдем пока дальше. Ой, ой, приветики. Мне вас надо собрать. Скалистый слайм, как блестящие прозрачные скалы. Ясно, эти слаймы опасны. Хм, где мы, кстати? А, мы тут даже и не были. Мы нашли новую зону. Ко мне, малыш. Так, руду я собирать пока не буду. Нет, я не буду тебя собирать. Ой, 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 ой. Стойте, мне только вот этого. Угу. Веселитесь дальше. Ой-ой-ой, главное не упасть. Эт, я люблю. Так, кто вылупился? Ко мне. Ага, они любят овощи. Понятно. Значит, их надо будет тоже посадить. К овощам. Где у нас как раз таки растет редька. Нормально они играются, катаются друг на друге. Вот это я понимаю. Взаимодействие. Так. О, а это что? Про нефть. Дадаистерическое добро. Дадаисторическое добро? Так, ну это, конечно, классно, но, блин, у меня места нету. Я хочу еще насобирать побольше новых слаймов. Даже понятия не имею, где мы. Как я домой вернусь? Мне кажется, я не вернусь домой. Все, пути обратно нету, я туда не залезу. Идем в какую-то пещеру теперь опять. Тут ничего нет. Вода. Ой, сколько вас здесь! И мои хорошие! А-а-а! Не надо! Не надо! Ай, 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 жопики, перестаньте! Стоп! А тебя надо взять. Блин, а как мне тебя взять? Ай. Ти твою за ногу. Я не знаю, как их взять. Скалистый непотопырёк. Ларго. Непотопырёк. Так, он, походу, с кем-то скрещен. Это скалистый. А это кристальный. Ага. Понятно, что ничего не понятно. Это какой-то фрукт. Гранитник. Гранитник. Отлично. О! Малыш! Малыш ко мне не пойдет. А я вот не знаю, как мне туда попасть. Тут вообще есть выход? А я вижу камушек. Так, если я сюда переберусь, то я никуда не вылезу. Хорошо. Ладно, пойдемте набирать тех, кто у нас сейчас есть.
может в третьем преобразователь. Вот, блин, надо слотов побольше, но чтобы сделать слоты, мне нужны ресурсы, которых у меня нету. Даже вот эту нефть, дайте мне преобразователь, я закину в преобразователь. Ух ты, я уже не знаю даже. Я не пойду туда, ня-ня. Ага, я вышла, вот она. Вот где я вышла. А чё я здесь... А чё я здесь вышла? Куда мне дальше? Куда-то можно еще пойти дальше, да? А куда, подскажите мне... Так, точно не сюда. А ну, а может и вправду мне вот туда куда-то даже выше пойти? Давай. О! О, где это я? Страшно-то как. Смотрите, а что здесь есть? А здесь я не была. Ага. А высоко падать? Высоко падать. Мы любим высоко падать. О, секретики, секретики. Что у нас тут? Приманка для плотоядных слаймов. Эта специальная приманка привлекает плотоядных слаймов, не нанося никакого вреда. А, получается, мы туда сможем поставить курицу или еду и тем самым приманить слайма. А это мне нравится. Тут такое все типа морское. Всякие кораллы. Ракушки. Прикольно. Вот, морских, кстати, я могу собирать. Отлично. Опа-на, ко мне, малыш. Пошли со мной. Стоямба. Нет, не ты, это мне не нужен. Где голубенький? Голубенького взяли. Так, а вот здесь, походу, будут злые слаймы. Да. Отлично, выкидываю нефть. Молодец. Чем их кормить? Фрукты, овощи там, как бы, да? А ну-ка, давай попробуем их накормить. Может, они подобреют? Да уйди ты, господи. Давай их накормим. Может, они подобреют на самом-то деле. А! Он... Они не добреют, походу. А! Ой! Уйди! Ё-моё! Ё-моё, бежим! 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 Туда! Туда! Кыш! Бежим! Страшно-то как! О! О! Всех засасываем! Отличненько! Так! Что у нас тут еще есть интересное? О! Ой! Малыши, малыши, малыши! А ну! Так! Возможно, здесь можно сейчас пока походить и их собрать. Морских. Они здесь появляются как раз-таки. Так что, возможно, неплохая идея. Погулять тут. Ой, ой, господи, вы посмотрите на эту милоту. Красиво такая. Слышу камушки. Ага, это мы обошли. Я слышу где-то камушки. Ух ты, розовые. Сейчас, сейчас, подождите, подождите. Блин, это красивое очень озеро. Прям круто. Ай, не хватило мне чуть-чуть. Так, а можно еще выше забраться, я видела. Вот, можно еще там выше забраться.
А как? Стрёмно-то, зачем ты это делаешь? Ты чё, с ума сошла, Елена? Опять мы идем в какую-то пещеру. Так, для руды у нас места нету. Изумрудики! Изумрудики, блин, это офигенно. Изумрудики-то нужны. Угу. Так. Так. Куда мы опять вылезли? Залезли, вылезли. Ага, лужица слайм. А давайте-ка вот этих мы выкинем. Они у нас хотя бы есть, а вот этих у нас нету. Лужица слайм, они такие классные. Они нам нужны особенно для крафта. О, вакансия. Применять изготовители для улучшения дополнительного... Ага, отсеков дополнительных. Что будет, если я туда упаду? Мне будет хана? О, я сейчас создам новый вид слаймов. Походу. О-о-о. Так, вот, да, можно вот туда как-то забраться, потом вот туда и вот туда. Короче, тут изучать эту местность и изучать, как и тут. Так, но я хочу дождаться, пока эти начнут возрождаться, я их насобираю, чтобы уже с полным вагончиком, так сказать, пойти домой. Ой-ой-ой, пусть они там сражаются сами, меня не трогайте. Там они там все злые, там что-то вообще депресняк какой-то происходит. Не надо идти туда. О, курица, курица, курица какая-то странная. Там была странная курица. Круто, это очень круто. А-а-а, не бей. Не бейте меня. О, а это на что? Средние розовые коралловые колонны. Когда-то этих среди колонн плавали морские обитатели. Теперь же вокруг них полно слаймов, удильщиков. О, прикольно, мы сможем еще и кораллы пичкать у нас в саду-то. Так, пока, я так понимаю, ночь, слаймы не возрождаются, их нет, их просто всех съедают и все. Так, это уже опасно. Вот это уже очень опасно. Ё-моё! Фух! Я справилась. Я допрыгнула. Вот это паркур, вот это паркур. Все, мы попали на новую местность. Теперь пока ночь, можно ее спокойно исследовать, не обращая никаких слаймов, потому что их нету. Их всех поели в итоге. Так, я осматриваю каждую штучечку. Нет, я туда не пойду, я не хочу рисковать, у меня есть слаймы, и их немало. А их сложно добывать. Это вам не розовый, где везде напичканы. Так, это уже новая пещера. И мне очень теперь интересно, что здесь? Что здесь? Кого мы еще повидаем? А? Кто-то что-то ест. Тут кто-то есть. О, лава. Дерево, видимо, клуби. А, гранит. О, гранитник. Круто. Так, а то на ту либо перепрыгнуть. Ага, типа перепрыгнуть надо. Но я не хочу, я боюсь. Я боюсь. Так, а где мы? Где мы, понятно, мы пока неизвестно, где мы. Так, ну там новые слаймы. Новые... Тимой, какие буси-буси-буси-буси-бусички, какие милота. Блин, это огненный лава. О-о-о. А там слева какой-то костер жуткий, походу. Жесть. О-о-о, а там вон большой этот. А там большой слайм. Я вот не знаю, мне можно туда? Меня как бы не убьют? Так сказать, а?
Я по лаве ходить умею? Ну, такой вот глупый вопрос, а? Могу? Или нет? Скажите, пожалуйста, я могу по лаве ходить, а? Кто-нибудь, скажите. Привет. О, отличненько. Блин, ты тот псих. Блин, их надо пипец остерегаться. Они реально психанутые. Я не хочу к ним приближаться. Они просто психи. Я в загон им поставила музыку спокойную, чтобы они были спокойными. Но они капец психи. Их даже это не успокаивает. Понимаете? Это капец. Блин. А, дайте моего слайма! Пипец. Ё-моё. Они у меня могут еще все забрать-то. Тебе вообще все равно, да? Пофиг вообще. Пипец, им вообще на все пофиг. Они поедают всех и вся. Трындец. А! Пипец. А-а-а! Не трогайте, не трогайте моих пещерных слаймов. А! Пора валить, пора валить, пора валить, капец. Ух ты. А где я? А, я еще где-то и вышла, неизвестно где. Так, Руда, я слышу тебя. Так, я в каком-то месте вышла. А, я помню, я там была в прошлой серии. Давай здесь походим, изведаем все. Может быть, тут найдем? Психи! Психи! Блин, у меня там водяной! А! Ё-моё. Залезла к психам, пипец. Трындец просто... Ребята, это трындец. Это пипец полнейший. Я не хочу здесь умереть. Я не хочу здесь умереть! Куда вы меня хотите отправить? Вот туда? Куда? А! А! И жопка! Жопка, боль на попе! Валюх, я не хочу здесь быть, это тут одни психи. Камушек? А, нет, отстань. Господи, ты еще тут забродил, бедненький светляшка моя. Ё-моё. Я валю отсюда. Здесь реально опасная зона. Здесь не просто, здесь капец какая опасная. Так, я возвращаюсь пока в пещеру. И хочу надыбать новых покемончиков. Все. Блин, она огненная. А, это все еще эти козлы. Откуда это ты взялся? Иди отсюда. Вы что, совсем? Вы что, совсем? Ночи нету. Идите туда. А ну кыш отсюда, я сказала. Кыш. Сюда. Туда пошел. Ага. Сейчас нету ночи. Тут вообще капец. Пришли, блин, сюда. Разворотили мне всех малышей. Все, все малыши убежали. О, малыш. Отличненько. У меня уже 20-20 удильчиков. Это круто. Ой-ой-ой-ой-ой, какие вы злые тут. Вы тут все злые, боже мой. Боже мой, спасаемся бегством. Боже ты мой. Так, где я сейчас? Ага, все, поняла. Так, кто-то кого-то начинает поедать, походу. Oh!
И опять встретила золотого. И опять встретила. Блин. Такое. У меня не было еды, чтобы его накормить. Так, ну что ж, я вернулась на базу. Тут все хорошо. Я смотрю, слава богу, никто на меня не напал. Иначе бы это было кошмарно. Иначе бы это было просто кошмарно. Так, хорошо. Водяные. У нас есть лужица слайм. У нас есть нетопырек. Они, по идее, живут в пещерах. А насколько мы помним, пещера у меня, по-моему, вся занята. Вся занята. И вот я открыла новую локацию. Здесь, по идее, будет поляна, как называется, там, с радужными цветами и тому подобное. Так что здесь им не понравится. Им здесь не понравится. Красиво. Ну, ничего, так нормально. Угу. А сколько здесь у нас загончиков? Всего получается 4, так мало. И что-то здесь есть. А ну-ка, это где? Это впереди. Что-то такое есть интересное. Нет, что-то правее. Правее что-то. Что-то правее есть. Не знаю, не знаю. Да ладно, давай здесь размещать. Давай размещать здесь их. Пусть будут. Так, а поскольку у нас тут 2-2-2, тут 1-1-1. Тут можно еды насадить, а тут, если что, ларгов. Так что пусть один будет здесь, загончик, да. А высокие стены, да. Сетку, да. Пусть будет, на всякий случай, всякие стеночки, сеточки, вот. Они у нас сидят, кстати, овощи. Может, надо будет насадить здесь овощи разные всякие. Так, а остались у нас водные. Остались у нас водные, мало денежки, но водные у нас как раз-таки для другой локации. Там есть какой-то пруд. Сейчас посмотрим, сколько он вообще стоит. Но я думаю, достаточно, поэтому я сейчас тут денежку подкоплю, возьму тут все. И можно побежать туда. О, ты что это здесь оказался? Малыш, туда обратно. Так, что у нас тут? Нормально так насобиралось. Угу. Блин, надо сделать хранилище. Надо сделать хранилище. Иначе это нереально. Все. Так, сюда. Теперь сюда. Так, посмотрим, сколько стоит отдельная локация. Водяная. О, им тут хорошо. Им хорошо тут. Им тут хорошо. Ох, какие вы большие стали. Это я решила их чуть-чуть скрестить, они вот такие большие стали. Посмотрите на них. Так, вот тут у нас всякие будут пуды. Вот, сколько стоит? 3500! Ейти твою за ногу, 3500 стоит. 3500, чтобы вы понимали. Так, летучих. А куда мне летучих деть? Так, сладо самопеди, слаймы. Вот где любит этот находиться? Диета, любимая вот эта... Подстерегает в ночи из люка. Вечно жаждущий фруктов. А где мне его можно поместить? Скажите, пожалуйста. У меня ж больше нет пещеры. У меня здесь есть пещера, конечно. Но... Так, ладненько. Тогда размещать мы уже будем в следующей серии. Потому что уже надо заработать денежку и пустить водных туда. Больше я сейчас никуда не могу их деть, к сожалению, так что буду зарабатывать денежку. И в следующей серии мы уже сделаем загоны для водных и откроем тот пруд. Все, не забудь лайкосик, подписчика на канал и нажать на колокольчик. Все, все ссылочки в описании. Всем пока-пока.